Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем втором уроке 250 вариантов вышивки. Сегодня мы будем рассматривать следующий вариант вышивки – линейный стежок. Для этого нам нужно материал, небольшой кусочек, канва называется, одна иголочка. Вот такая, и руки! И нитка. Вот такая. Нитка мулине. А сейчас мы посмотрим, как это делать на ткани. Для начала берем ткань. Канва вот такая. Прошиваем стежок вперед. Мы это просматривали на прошлом уроке. Берем снизу. Подшиваем снизу. Вот так вот снизу подшиваем, чтобы было видно хорошо. Вот, и через клеточку прошиваем через клеточку. Вот такой вот стежок. Это получается, должен получиться вот такой стежок. Линейный стежок вот такой вот. Еще чуть-чуть прошьем. Вот. У нас должен получиться вот такой вот стежок, линейный стежок. А теперь сейчас мы возвращаемся назад. Вот таким способом. Так, чтобы было видно. Вот. Вот так вот, чтобы было видно. Вот. Получается, у вас должен получиться вот такая прошивочка. Вот такая вот. Вот такая линеечка должна получиться. Вот такая вот. На этом мы будем заканчивать наш урок. Большое спасибо за просмотр нашего урока. 250 вариантов вышивки. На следующем уроке будем рассматривать еще один вариант вышивки. Всего доброго. До свидания.